Доброго времени суток всем. Сегодня у нас небольшая распаковочка электронного тонометра автоматического. Так, сейчас посмотрим, что нам тут пришло. Открывай. Так, их у нас что тут? Два. Две штучки. Получается у нас их два. В принципе, нормально запакованные. Коробочки вроде не помятые. В несколько слоев завернутые. Так, здесь у нас еще пленочка с пупырышками. Все как положено. Так. Сейчас мы откроем. Так, пленочки сняли. Ух ты, здесь еще одна. Ребята хорошо заморочились. Запаковали основательно. Все, так. Добыли. Вот у нас тонометр этот. Коробочка спереди. Вот так выглядит. Здесь сбоку мини-инструкция, как его использовать. Так, ну, открывай. Сейчас откроем, посмотрим, что у нас внутри находится. Так, тут шнур на 200. Адаптер на 220, это адаптер. Ну, адаптер, да. Вот. Ну-ка, дай-ка посмотреть USB. Как USB идет шнурочек. Так. И на русском руководство пользования. Так, есть у нас инструкция на русском языке вложена. Такая мини-инструкция. Ладно. Если кому интересно, вкратце можете изучить. Так, смотрим, что у нас еще тут. Мешочек, такой чехольчик, в нем сам адаптер. Так. Может от батареек работать. Так. Может от батареек, может от сети в 220. Я так понимаю, может еще от USB. Здесь, видите? Ну да. USB шнурочек, адаптер. Так, сейчас мы это дело попробуем включить. Подожди. Да не, вроде правильно. Все. Так, все. Сейчас мы это дело в розеточку включим. Так, а тут что у нас? Это манжета на руку. Так, это у нас манжет на руку. Вот это вот. Так, сбоку включается. Манжет одели. Так вот, сеть надо воткнуть. Так, секунду, сейчас мы его в 220. Так, включили мы тонометр. Сеть. Так. Включился, я так понимаю, начинает накачивать. Да. Автоматически. Так, накачал. Я так понимаю, начинает измерять давление. Понемножку сбрасывает.
Ждем. Сейчас, наверное, будет результат. Так, вот он нам выдал. Что получается? 111/57. Давление у нас получается 111/57. Да, сердцебиение 67. Частота. Угу. Ну, в принципе, рабочий аппарат. Да. Если кому интересно, вот есть на коробочке параметры с обратной стороны. Можете их посмотреть. Так. У данного прибора есть память. Запоминает он 99 последних измерений для того, чтобы их скинуть. Вот в таком выключенном режиме, но сеть включена. Нажимаете кнопочку M, удерживаете ее несколько секунд. Когда загорелись буковки E, нажимаете кнопочку S и отпускаете. Все. Данные с памяти стерты. Так, сейчас мы вторую коробочку распакуем. Так, открываем второй. Смотрим, целый или нет. Коробочка немножко замятая вышла, это где-то жеманули. Главное, чтобы целый был внутри. Так, тут также комплект. Адаптер. Так, адаптер сейчас включаем. Все, стандартный набор, инструкция. Прибор сам. Так, подключаем. Так, включили. На руку одели и попробуем запускать. Включай. Так, включили, сейчас автоматически начнет качать. Так, накачал, сбрасывает. Все, сбросил. Данные нам показал. В принципе, все работает. Ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайк. Ссылочка на данный аппарат будет в описании.